За что бы ни боролась Тюмень, в спортивном плане обязательно старается выйти на международный уровень. Ледолазание в регионе развивается далеко не первый год, но по сравнению со многими видами считается еще довольно молодым. Однако в минувшее воскресенье столица региона сделала огромный шаг вперед в развитии дисциплины, приняв первенство мира. Ледолазание – вид спорта из тех, которые являются собой настоящую субкультуру. Оказавшись в ней впервые, вы вряд ли сходу поймете, что тут к чему. Там было очень крутое движение, нужно было пошагать пешочком по пирамидкам, ногами на равновесие. Я вообще в жизни ни разу такого не делала, это было очень странно для меня, но очень весело. Хотелось бы показать чуть меньше 9, потому что даже то, что сейчас показал, спортсмены могут показать на третьей попытке лучший результат. Владислав говорит о скорости. Он действительно не зря стремился показать результат меньше 9 секунд, иначе золото ушло бы кому-нибудь другому. Но 8.93 в последней попытке сделали чемпионом именно его. А вот Юлия Филатьева рассказывала об одной из трасс в болдеринге. Всего их 4. Участник должен преодолеть каждую за определенное время, плюс сделать это чисто. Именно за это и начисляются баллы. В современном ледолазании почти все универсалы, готовы и к скорости, и к трудности. Но если говорить о предпочтениях, то почти у всех они совпадают. Я лично люблю трудность, потому что можно подумать, на трассе не надо торопиться. Скорость же это все равно так, лотерея, ну как повезет. Можно ручник схватить, могут ноги уйти, мало ли как получится. На самом деле я люблю больше трудность, и в болдере я тоже рассчитываю попасть в призы, лучше первое место. Болдеринг – это моя любимая дисциплина, потому что я люблю тянуть хваты, прыгать. В принципе, это то, чем я увлекаюсь. Трудность, потому скорость я не могу тренировать в Чехии. Лужицка была одним из зарубежных гостей турнира, а приехали они в Тюмень даже из тех мест, которые точно не ассоциируются со словами «лед», «зима» и «холод». В моем возрасте, наверное, я единственный. Но вообще в Индии есть те, кто занимается ледолазанием, хотя их не очень много. Именно сейчас очень активны, так как понимают, что в мировом мире очень популярный вид спорта и очень хорошо начали развивать это, начали хорошо уделять финансы. Сибиряки гостей приняли очень радушно, а вот медалями делились крайне неохотно. В общем-то, бронза Лужецки в болдеринге – единственная награда, которую выиграли не россияне. А среди наших соотечественников особенно усердствовали представители ледолазной столицы страны – Кирова. Даже если у кого-то из фаворитов изначально не получалось себя проявить, включались дополнительные ресурсы. Вот так? Да, да. Как было... я первый раз? Да, надо было ноги просто подобрать, и ты вот так вот. Из всего зимнего сезона это был для меня самый тяжелый старт эмоционально. Потому что первая попытка не пошла, вторая я тоже не собралась. И после второй попытки мы отошли с тренером, поговорили. Она меня поддержала, и на третью попытку я уже вышла настроенная и рванула. Несмотря на то, что распаленная жаром победы Дарья давала интервью без куртки, морозец внес в соревнования колорит. Соперничали спортсмены в по-настоящему сибирских условиях, при минус 20 ниже нуля. Впрочем, этим представителей уличного зимнего вида спорта не напугать. Получается, когда лезешь, руки замерзают и больно бить фифами. А так погода прекрасная и лед сегодня очень мягкий, что позволяет бежать быстрее. Мне все очень нравится. Отличная погода. Я не мерзну просто. Ох, здесь действительно немного прохладно. Так совпало, что тюменцы на медали домашних соревнований не претендовали. В команде хозяев одни в армии, другие перешли во взрослый спорт, третьи еще не доросли до юниорского. Но в любом случае, после проведения мирового первенства, Тюмень точно встала в один ряд с ведущими ледолазными регионами страны. Безусловно, это огромный плюс, и чем больше будет таких городов, которые могут принять международный старт, мы этому только рады. Вообще, Тюмень – это мой любимый старт. Тут прошел мой первый чемпионат России, на котором я стала второй. Это у меня не первый раз в Тюмени, и мне все безумно нравится. Особенно я люблю болдеринг, потому что он проводится только здесь. Я в Тюмени была перешли город на соревнованиях. Я очень люблю это место. Да, я насладился моим временем в Тюмени, а соревнования получились отличными. Золотые дубли удалось оформить сразу 4 спортсменам. В младшей категории это сделали Роман Шубин и Арина Колегова. У девушек до 19 лет и в скорости, и в болдеринге выиграла Дарья Глотова, а у парней старшей возрастной группы доминировал Владислав Темирев.